Всем привет! Я рад вас приветствовать на первой неделе нашего курса, посвященном основам и применению языка Python. Структура курса будет такой. В первом модуле мы поговорим про основы языка Python, в третьем модуле у нас будет практика и решение реальных задач, а второй модуль у нас будет, по сути, таким связующим мостиком между той теорией, которую мы получим в первом модуле, и для того, чтобы мы могли успешно решать задачи из третьего модуля. Первый модуль, как я сказал, будет посвящен базовым аспектам языка Python. Мы поговорим про объекты, про память, про функции, про классы и про пространство имен. Обо всем понемногу и понемногу в деталях. В первом модуле нас ждет различное число задач. Это будет как задачи на программирование, так и небольшие тестики, чтобы проверить ваши знания. Часть из этих задач может сначала показаться вам сложной. Однако я бы советовал не теряться, если задача не решается, то иногда стоит сделать какой-нибудь перерыв или прорешать другую задачу, а потом со свежей, незатуманенной головой вернуться к той задаче, которая у вас не решалась.